очень-очень рады нашей новой встрече с вами. Особенно приятно, что это произошло в сегодняшний светлый рождественский день. И что вы нашли время прийти пообщаться с нами, услышать вдохновенные мелодии, красивые песни и продлить себе новогоднее настроение, которое, я думаю, длится уже минимум неделю. Мы желаем вам сегодня всех мирских и Христовых благ. А мы – это концертный оркестр Городского дворца культуры под управлением Валерия Кондратенко. Интересно, что уже более 25 лет мы живем и творим для вас, радуем вас. Лежат в архивах летописи парки вековые. В одной из них находится Петра указ. Для поддержания духа в императорских полках создать оркестры духовые. Мы очень уважаем Петра Первого и чтим его заветы, поэтому сегодня концертный оркестр призван радовать вас и дарить чарующие звуки музыки. Для вас в нашем репертуаре Жорж Бизе.